Всем привет! Рад вас приветствовать на канале SportClick. И сегодня я вам хочу рассказать про свой Cannondale Flash 2010 года. Перед тем, как рассказывать непосредственно про этот велосипед, хотелось бы вскользь упомянуть историю самой компании и, собственно, зарождение самой модели Flash. В 71 году компания Cannondale начала выпускать аксессуары для велосипедов, и в 84-м она таки перешла к выпуску горных маунтинбайков. В 2008 году совместно с инженером Scott Питером Денконом была выпущена модель Flash. С этого, собственно, и начинается история данной модели. Итак, если рассказывать про модель Flash, я думаю, в первую очередь стоит рассказать про технологии, которые здесь использованы. Начнем мы, конечно же, с самого выразительного элемента этого велосипеда — это вилка Lefty. В 2010 году эта вилка пошла в серийное производство. Cannondale, собственно, запатентовал эту технологию. Внутри вилка использует игольчатые подшипники. Здесь 4 кассеты, которые, собственно, обеспечивают скольжение ноги внутри штанов. Это достаточно интересная технология. Эта вилка работает значительно лучше всех остальных вилок, но есть небольшой нюанс, связанный с обслуживанием этих вилок. Это гораздо более сложный процесс, мало кто это умеет делать, и в целом лично мне пришлось столкнуться с большими трудностями, чтобы поставить этот велосипед на ноги. Но об этом немного позже. Далее технология Safe. Это особое формование задних перьев, которое обеспечивает демпфирование в некоторой степени разнообразных неровностей на дороге. Это позволяет себя комфортнее чувствовать на ходу и в целом добавляет при этом еще и торсионной жесткости при педалировании. В общем, Cannondale всегда отличались нововведениями в мире велосипедов. Они все время шли, мне кажется, на голову выше, чем другие производители, и выпускали крайне много очень интересных решений. Если рассказывать про конкретно этот экземпляр, то история этого велосипеда довольно-таки интересная. Он был куплен 2 года назад за всего лишь 45 тысяч рублей. Но велосипед был просто в отвратительном состоянии, он пребывал в, так скажем, предсмертной агонии. И, собственно, год назад я получил этот велосипед от товарища с его просьбой восстановить этот велосипед, и, собственно, я начал этим всем делом заниматься. Это один из самых сложных проектов, которые я когда-либо делал, потому что очень много, так скажем, проблем возникло с восстановлением данного велосипеда. В первую очередь была скинута трансмиссия и была поставлена современная трансмиссия XT. В дальнейшем пришлось купить новые подшипники для рулевой. И самый интересный опыт был с переборкой данной вилки. Это Lefty, самая первая, и запчасти под нее найти очень сложно. Я смог отыскать человека, который обладает большим количеством запчастей. Я думаю, если у вас есть велосипед с такой вилкой, то вы, в принципе, знаете, что это за человек. Собственно, в 12 с лишним тысяч обошлась переборка данной вилки. Естественно, основная часть всего этого — это были новые детали. Собственно, новый демпфер, потому что эта вилка была почему-то без демпфера. В принципе, трудно сказать, как и почему так произошло. По сути, она представляла собой просто пружинку. Ну и, собственно, после того, как велосипед был полностью восстановлен, вишенкой на торте стали вот эти прекрасные колеса Mavic Crossmax SLR. Это французские колеса. Они очень классно исполнены. То есть сам обод, помимо того, что он выпущен из сплава Maxtal, это один из самых прочных сплавов алюминия, он отфрезерован. В тех местах, где не требуется большая жесткость на отрыв, лишний металл убран. И в тех местах, где, собственно, крепится спица, металл остается. Собственно, колеса очень жесткие, они на алюминиевых спицах. И это тоже большой нюанс. У нас есть большой плюс в том, что эти колеса жесткие и весят всего лишь 1,5 килограмма за пару колес. Но какие же они капризные. Переборка этих колес — отдельная просто процедура, отдельное удовольствие. Раскручивают все спицы,
вычищать все резьбы, и это нужно делать раз в год. Если обычные колеса на стальных спицах вы можете собрать и, собственно, спокойно на них кататься, пока не начнут разваливаться, то с этими колесами такое не прокатит. Если их вовремя не перебрать, их просто, по сути, можно будет потерять. Эти колеса крайне капризные, но при этом они дают невероятную жесткость и прочность. Также сверху еще была докинута резина Speed King от Continental. Прекрасная накатистая резина, весом всего лишь 450 граммов. Я их установил, естественно, бескамерно. И вес велосипеда в данном исполнении 10,5 килограмм. При том, что он полностью на алюминии, и лефти тоже здесь стоит, естественно, алюминиевая. Хотелось бы перейти к сути этой истории, вообще зачем я вам все это рассказываю. Да к тому, что, по сути, велосипед обошелся в 100 тысяч рублей. И это не простой велосипед, это действительно гоночный снаряд, на котором я лично проехал достаточно много гонок в этом сезоне, и показал он себя просто крайне хорошо. Но, конечно же, есть нюансы с этим велосипедом, он требует постоянного обслуживания в силу своего возраста. О нем невозможно забыть, то есть в течение сезона много чего менялось, постоянно одно за одним что-то выходит из строя. Но все-таки за небольшую сумму, как для гоночного велосипеда, вы получаете просто прекрасный снаряд. Поэтому просто хотелось бы немного поделиться целесообразностью, так скажем, покупки старого гоночного байка и использования его по назначению. Тут уж решайте вы сами. Такой велосипед требует постоянного внимания, но он дает просто невероятное ощущение. Если его сравнить с обычным прогулочным велосипедом, то это просто небо и земля. Этот велосипед невероятно быстрый на подрыв, он молниеносен, он очень быстр. Но при этом, конечно, есть нюанс с тем, что он очень острый и немного нервный в управлении. К таким велосипедам надо привыкать. Но, друзья, если вы хотите собрать себе гоночный велосипед, возможно, хорошей идеей в нынешних реалиях будет взять что-то 26-е. Если у вас скромный бюджет в 100 тысяч, в принципе, можно уложить постройку олдскульного гоночного байка. Естественно, 26-е колеса достаточно сильно проигрывают 29-м на неровностях, но при этом велосипед гораздо быстрее разгоняется. То есть есть некоторые преимущества у таких велосипедов, помимо их стоимости. Это, пожалуй, наверное, все, что я вам хотел про него рассказать. Ребята, катайтесь на хороших байках, катайтесь быстро, участвуйте в гонках. Всем спасибо за внимание, ребята. Всем пока!